Всем привет! В прошлом видео я показал, как получить достижение за то, что вы нашли все коробки по доставке в двух локациях на Сяньчжоу. Оказывается, есть и второе достижение, которое можно получить, если найти все коробки уже в локации, в новой локации, переулок Ароматонов. Здесь я нахожусь вот рядом с этим телепортом. Около 9 коробок находится здесь. Сейчас мы проверим теорию, будет ли достижение или нет. Начинаем вот отсюда забег первый. Мне главное не потеряться. Первая коробка, кстати, находится вот рядом с этими двумя. Не буду читать диалоги, я сокращу, наверное. Опа, смотрите, правда, попробуем. Возможно, надписи все-таки врут. Заглянуть внутрь коробки. Может быть, это зря я делаю. Сколько же в мире неизведанного? Да. Ничего не получили, хотя можно было бы, наверное, получить, если выбирать другие диалоги, варианты ответов. Но это никак не повлияет на достижение. Это никак не повлияет. Давайте, это первая коробка была. Нам надо найти их 9. Вот здесь еще одна была, смотрите. Ну-ка, скажи мне, да, она светится, ребят, светится. Я тоже попрошу удачи, давайте. О, выберите необходимые предметы. Ну ладно, 1000 заплатим, ничего страшного. Можно мораль было получить за эти коробки, отдав 1000. Ну пусть будет, на самом деле, возможно, когда-нибудь еще пригодится. Поехали дальше. Мы нашли уже 2 из 9. Я надеюсь, их всего реально 9, а не больше. 7 штук еще осталось найти, поэтому я перемещаюсь уже вот в эту локацию. Нахожусь уже вот здесь вот. И вот отсюда мы пойдем вверх. Будем находить оставшиеся коробки. Нужно внимательно смотреть. Возможно, одна из них находится где-то здесь. Я был прав, да, смотрите. Так, осмотреть посылку. Безусловно. Все. Обычное взаимодействие. Нам за это, конечно, ничего не дает, но тем не менее. Здесь я буду, конечно же, бегать более тщательно, смотреть за всем. Потому что точное местоположение коробок я не знаю. Мы нашли 3, напоминаю. 3 нашли. Так, коробки, коробки. Вот здесь коробки, это нет? Да, смотрите, это 4. Надпись на этой посылке гласит... Ну, это не имеет значения, потому что мы уже 4 нашли. Двигаемся дальше. Вот, смотрите, еще одна. Это 5. 5. Да, не выглядит знакомо. Взгляну поближе. Окей. Надо вернуть ее ребенку. Ну, это, ну, мораль дадут, да, скорее всего? Да, смотрите, мораль 5, ребят, 5 коробка. Я уже ко всем коробкам буду подбегать. Ну, на всякий случай. Вот она, 6. Это прекрасно, мы уже близки. Осмотреть посылку. Ну и все. 6, где бы еще 3 бы найти? Во, надо же, еще одна, смотрите. Так. У нас остается 2. Но почему-то мне непонятно, что это должно быть. Ага. Это прекрасно. Это прекрасно. Дракон доставки. Ну ладно, выберем этот вариант. Я не знаю, какие варианты могут что-то еще дать, поэтому мне главное достижение проверить. Проверить достижение, есть оно или нет. Так, смотрите, нам 2 коробки осталось найти. У меня есть предположение, что это сверху где-то находится. Давайте сюда. Вот, видите, да, еще одна. Еще одна. Еще одну надо найти. Отдать честь и скорбить в тишине. Отдать честь, ребят. Отдать честь. Ну давайте мораль отдадим. А мы просто отдали мораль, вообще ничего, просто так. Ну ладно, я понял. Но у меня мораль довольно много, поэтому не имеет значения. Последнюю коробку, ребят, найти надо, и, скорее всего, мы получим достижение. Давайте, где-то здесь, я уверен в этом. Вон там, слышишь? Опа-на! Так, ребят, это 9-я коробка. По идее, если в теории мы должны получить после нее уже достижение. Поехали. Дело чрезвычайной важности, вскрыть ее немедленно. Мне уж хочется узнать, что там такое. Букет нежных цветущих синих роз, ребят, мы достали. Посреди цветов вы видите письмо. Дрожащий персик, десятки тысяч лет люди считали. Разведение синих роз научной проблемой, тысячи лет люди экспериментировали и думали, но они ошиблись. Это конец письма. Упс, ошибка вышла. Они спрятали контрабанду в цветах. Отдать мораль, окей. Меньше вот учеников Санктус Медикус ожидать не приходится. Вы видите таких, как они, насквозь. Вы начинаете бесцеремонно потрошить посылку. Вскоре синие цветы превращаются в мертвые лепестки. Внутри вы натыкаетесь пальцами на странный бутон. Все другие цветы в букете цвели, а этот не раскрывшийся бутон. Вы открываете бутон силой и находите крошечную гранулу, спрятанную внутри. А достижение-то где? Вы серьезно? Мне не дали достижение? Я не знаю, ребят, там еще одна коробка. Может быть, за это достижение мне дадут? Сколько мы уже нашли? Может, я со счета сбился? Может быть, это реально вот это последнее? Так.
Я не оставляю надежды на то, что я... Да, открыть ее, конечно. Посылка с треском открывается. Тут голова детина. Вы видите детина? Он вызывается так. К сожалению, вы не Март 7. Так, прочитать записку. Каждый раз, когда Анигири лает на меня после того, как мы с тобой расстались. Ну, понятно, это все ясно. Мы сюда пришли только продолжить читать. Ладно, прочитаем ее полностью. Ну-ка, ну-ка. Достижение, ну-ка, ну-ка. Оно есть. Оно есть, ребят. Это была 9-я или 10-я коробка. Я ее уже не считал, на самом деле. Вы почитайте сами, напишите в комментариях. Но все коробки, которые я открывал, они принесли нам это достижение. Надеюсь, видео было полезно. Мне очень сильно понравилось. Мне хотелось проверить эту теорию с достижениями. На этом все. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик, смотреть видео до конца и подписываться на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Увидимся. Пока-пока.